Да. А потом как? А потом Бог помогает мне, наверное, разобраться. Он дает мне специальные инструменты. Какие? А вот такие. В смысле? Вот это супер инструмент. Я думал, это хлипкая палка, но она мощно бьет. И как ты забираешься с помощью этой палки? Открываешь двери? Я с помощью нее закрываю, ну, держу, удерживаю дверь. Она тяжелая очень. Смотри, какой пейзаж. Да ну ты же, ты ее все равно поднимаешь, этот люк. Да, очень тяжело поднимать. Очень тяжело. У меня ручки, видишь, какие, как ниточки. И что, и ты поднимаешь? А зачем палка тебе, чтобы она не закрылась? А я палку нашел сегодня, я думал, там кто-то есть на крыше, чтобы им Саша, браться. Как Но ты? Там никого не было, поэтому я палку использовал, чтобы задержать этот люк. Чтобы он не закрылся? Да, а постепенно я закрыл и сказал, здравствуйте, здравствуйте соседям проходящим, здравствуйте. Каким здравствуйте. Соседям? А там кто-то выходил с 8-го этажа, сказал, здравствуйте, он сказал, здравствуйте. Ты не поняла, ты что, залез на люк и оттуда здоровался с ними? Нет, я когда слазил вниз, ну? Пошел вниз на 8-й этаж. Там, с палкой с этой? Да, и с камнем. И этот чел с собакой выходил и сказал, здравствуйте, он сказал, здравствуйте. Ты что, сдурел, что ты с палками ходишь там? А на крыше я с палкой хожу, потому что мало ли кто может да меня... Саша! А вдруг меня кто-нибудь сбросит да с крыши? Саша! Я защищусь! Да, Саша! Да зачем ты лазишь на 9-й этаж? Тебе что, там весело? Мне там. Я забываю о своих проблемах там. Забываю о своих проблемах там. Ну это же ненормально. Это же ненормально. Спроси у психиатра, короче. Ну это же надо. Меня курирует психиатр Люцифер Иисус. Саша, будешь пельмени? Ты видишь, что здесь написано love? Пельмени будешь? Не знаю. Видишь, что здесь love написано? Видишь? Что, серьезно? Покажи, ты где. Ты вообще ел сегодня что-нибудь? Ел. Покажи, что... Покажи, где ты видишь. Покажи, где ты видишь лав. Что ты? Покажи хоть одно лав. Ты что ел-то, скажи? Творожок подзалупный с орешками. Саша! Покажи, где ты видишь лав. Где? Везде. Везде? Да. Везде? Да. Ну, примерно, покажи. Вот, 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 вот. А посередине? Вот. А, видишь вот это? Вот, везде. Ю, видишь вот это? Да. Это картина, это шедевр. Она будет величием. Это Саша, шедевр, ты не понимаешь. Это шедевр. Саша, вот это, смотри, алая кровь, как будто, а это запекшаяся, а это синий в центре, это шедевр. Ты не понимаешь, люди под ЛСД в Голландии будут смотреть на эту картину и будут познавать всю суть нашего вселенной. Ты понимаешь? Не понимаешь? Никогда я не создавал такой... Я буду. Никогда я не создавал такой великой картины. Никогда. Где мой ноутбук? Куда ты спрятал? Наска, Федорова, где ты, блядь? Наска. Твой муж, блядь, выбегает. Мне жалко его, он седой и так, живя с тобой. Но, блядь, что мне с ним сделать, чтобы ему не причинить боль? Я мужчину жалею. А вот Федорова, блядь. Короче, Федорова, я тебе палкой уебу. А твоему мужу, который как пес выбежит защищать тебя... Собаку старую. Короче, носатую. Чё, блядь, делать с ним? Сука. Он же, блядь, выбежит защищать тебя, как настоящий куколд. Чё, блядь, делать, сука, с твоим мужем? Скажи мне. Скажи ему, чтобы он не защищал тебя, иначе ему пиздец, блядь. Я не хочу ему ничего причинять. Пиздец. Вот жаль твоего мужа будет только. И всё. Потому что он ни в чем не виноват. Он просто родил тебе детей, блядь. А твоих детей не жалко, блядь. И тебя, сука, старая, уродливая мразь, тварь. Вот что будет, блядь, с тобой, смотри. Голова отрывается, блядь, летит. Твое ебучее обугленное тело, нахуй.